Как мне слышно? Нормально? 15 марта последний раз заходили, сегодня 20-е, 5 дней реально. Кинул щит в кубок. Кто, сука, насрал в кубок? Поттер! Да, Слизерин. Мы с вами, кстати, ключики искали в прошлый раз. Да? Теперь я когда вот так вот делаю, типа... Я все, типа, Барти Крауч младший после вашего видоса. Я уже ничего не могу придумать другое. Щалость налась. Так, у нас демимаски и жетоны. И вернуться в зал картографии. Давайте, я хочу добить эти ключи. Мне просто дико интересно. Нифига ты паркурист. Ну вот, у меня тоже где-то 35 часов, и я вот как раз таки тут же. Так. У меня, кстати, вон тыковка. Я не помню, вы в прошлый раз видели или нет. Ревелио. Блин, я, честно говоря, впервые Легаси включила в наушниках. Это прям что? Тыковки. Так, тут у нас что-то есть? Мы, по-моему, тут были как-то. Вау, новые звуки! Амазинг! Чё мне тут бренькает? Что ты бренькаешь? Да. А ты... Что? Смотрите, какая жопка у оленя. Ревелио. Оу, май. Всё. Пошло-поехало. Ревелио. Не, ну тут ключи однозначно быть не могут. Ты по оленя? По оленям. Нет, свиток-то я знаю, просто я его не могу найти. Я уже, в принципе, все собрала по Хогвартсу на самом-то деле. Или нет? Страница Ревелио. А, вот если из страниц Ревелио, вот Хогсмит, Хогвартс. А нет, смотри, Хогвартс-то у меня еще дофига. На самом-то деле, да? А, просто по испытаниям, тут же есть испытания, вот, страница руководства, и типа я все задания выполнила. А если смотреть коллекции, collections... У нас еще и остались странички Ревелио, между прочим. И достаточно много в Хогвартсе. Прям, смотри, какой список. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять строчек. 10 на 4. Ну, чуть поменьше. 40 штук еще. Да-да-да, я знаю. Угу. Такс. Что нам надо? Диме маски и ключики. Я думаю, что мы в первый час с этим займемся, а дальше мы пойдем по сюжеточке. Yes? Ревелио. Да, пистолет вместо палочки. Мне нравится осень вообще, тут красиво достаточно. Вообще, в принципе, прикольно, что меняется время года. Это достаточно необычно, мне кажется. Что делаешь? А с ним можно поболтать? Нет, к сожалению. Ревелио. Опа, а что там за сундучок у меня?
Подожди, это с обратной стороны. Что-то подлагивает, как будто нет. Мое любимое место в школе библиотек. Это всегда приятно пахнет свежими чем? Носками Пиза. Я не прочла. Опа-на. Сюда, мальчик мой. Молодец. Спасибо. Отмена мини-игр-то. Ну да, иногда задавливают. Алахамура. Блях. Чего? Я вернулась на то же самое место? Сука, я кругами бегаю. Что за what the fuck? Южное крыло. Давайте сюда сходим. Я просто не знаю... Так, а где мы? Ага. Прям. Кабинет по изучению тварей, западная башня. Давай сюда. Алахамура. Алахамура. Я креп. Или Гойл. Это креп, Гойл. Rumor has it there's a secret passage leading to Hogsmeade. Revelio. Там что-то бринкает. Так, это вонючий. Ага. Ну-ка сюда. Lumos. Оу, секси кентавр. Где у нас картина с секси-кентавром? Я тебя слышу. А вот она. А тут два секси-кентавра. Один, второй. Lumos. Пойдем. Это не туалет. Repairer. Это вонючий этот кабинет, этот коридор, потому что тут сделали какое-то заклинание, я же, по-моему, читала на каком-то из стримов. Тут страничку открывала. Хочешь, прочту еще раз? Вонючий коридор? Вонючий кабинет. Да, есть черный кабинет, а есть вонючий кабинет. Замечательно. Кстати, у нас же есть Алахамура. Ну-ка. Опа. Сюда. Алахамура. Куда? Так, что у нас тут есть интересненького? Уважаемый профессор Ховен, я с радостью приму ненужную вам шерсть пушишек. Могу забрать ее, когда в следующий раз буду доставлять товары в замок. Похоже, для учебных нужд у вас ее более чем достаточно. Может быть, у вас даже найдется время на чашечку чая? Мне сказали по секрету, что вам довелось повстречать Аками. Я была бы не прочь послушать эту историю. Я вот однажды отправилась за жабьей кожей на запад, наткнулась на молодого валийского зеленого дракона. Хотя, конечно, это мог быть и детеныш виверны. В этом возрасте их трудно различить. В общем, работа с магическими существами не для слабых духом, правда? С нетерпением жду вашего ответа. Элли Клюфс. О, да нет, ты мне льстишь. Спасибо, конечно, но...
У меня есть некоторые трудности со словами, но иногда, конечно, бывает нормально. О, это что, Дими Маска? Это Дими Маска. Класс. А давайте подождем, может, ночь сделаем? Хорошо. А это что? Угу. Давайте подождем ночь. Так, где у нас? Mind now, Demi guys. Так, ну хорошо. Уже что-то. Не ключ, но Дими Маска. Я же сказала, что мы сейчас будем Дими Маска искать. На дикции, да. У меня на самом деле с детства есть проблемы со словами различными. Вот. Ну, вы сами все видите прекрасно. Я этого не стесняюсь, но работать над собой надо. Хотя вот поначалу, когда я вот начинала только стримить, это 5 лет назад, я, конечно, дико стримала, что я там что-то выговорить не могу, еще что-то. А сейчас, ну, это можно обернуть как бы в рофл, либо, ну, просто, типа, ну, не прочла с первого раза, бывает. Вот иногда у меня просто такие ситуации, типа, странные бывают. Вот я вижу сложное слово, я могу его, например, прочитать с первого раза. Сейчас, секунду. У меня тут котик разбушевался. У меня просто котик дерет фон. Вот. И иногда такие ситуации, что вот я знаю слово, например, и вот в определенный момент времени мне просто сложно прочитать. Я не знаю, как это психологически как-то влияет или еще что-то просто. Стало в разы лучше. Так что продолжаем. Спасибо-то. Спасибо. Вы-то знаете, да. Я знаю, что иногда вот так вот раз в год, помнишь, нарезки с наших первых роликов, я так пересматриваю, типа, косплей, это такой угар. Ох. Я вспоминаю еще твои слова, знаешь, из разряда, ну типа, да не удаляй, оставь ради истории, там, вот я ради истории пересматриваю их раз в год, не знаю, что у меня пробывает такое. О, здравствуйте, принц. Да, корабли лавировали, да, не вылавировали. Ну вот, уже пошло. Ну так, кстати, скороговорки — это прикольная тема. А еще я заметила, вот, иногда у меня такой бзик бывает, что, о, надо, типа, потренировать свою речь. И самый лучший для меня способ — это вот взять в рот карандаш и читать скороговорки, либо стихотворения какие-нибудь, либо просто читать, ну, слух непосредственно. Я забросила сейчас это дело, я уже давно так не делала, но я замечаю, что действительно я говорю четче и не проглатываю слова. Привет, привет, приятной прогулки. Так, пойдем искать дальше ключики. Так, это у нас что? Самый лучший способ взять в рот. Как говорится, лучший способ лечения от головной боли. Да. Да. Или от лечения горла. Вот, тоже. Это взять в рот, да. Честно говоря, я немножко не представляю, где нам с вами искать все эти Дими Маски и ключи. Но где-то же они должны быть. Да, да. Да. Скажите, что сосут чемпионы? Вы знаете ответ? Макс на твоем канале майнстримит? Нифига себе. Вот это байт. Чупа-чупс сосут, конечно же. А вы что подумали? Где звенит? Я не могу понять. Проверка, да. На знание мемов. Так, наверху, наверное, звенит. Ну-ка.
Опа, сюда. Это мне надо. Так. Ревелио. А, да, кстати. В Хогсмиде, да, но нужно мне, по-моему, третий уровень Алахамора, чтобы в некоторые дома зайти. Такс. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это что, мой бадьян? Походу. Ну-ка. Да. Опа. Профессор Чеснок. Здравствуйте, какая милашка. Вы знаете, я такая думаю, ну, может быть, я сделаю, типа, ролевку еще одну, типа, по Легаси, там, может быть, Чеснок, там, все дела, я уже придумала. А потом я такая вспомнила, подумала, что я сейчас на этой неделе, короче, я делала несколько дней шляпу Димитрески. Я уже давно не делала, ну, крафт так, чтобы потратить на него несколько дней, буквально. Это было жестко. И я такая думаю, ну, надо, типа, может, мадам Чеснок, типа, сделать и все дела. Потом такая вспоминаю. Ну, я вообще давно искала на нее там рубашку, может, зеленую, еще что-нибудь. Так я думаю, у нее тоже шляпа. С меня шляп в этом месяце хватит. Спасибо, до свидания. Потому что... Нет, если бы у меня там, например, шляпа Димитрески была бы просто из Ева Пенки, я бы ее покрасила, окей. Но я ее обклеивала тканью. Но в некоторых местах херово, конечно, приклеилась, потому что... Ну, бывает такое, что нужно полностью мазать, да, там, клеем, чтобы оно хорошо все пропиталось. Но, во-первых, клей сейчас очень дорого стоит, и не всегда удается подгадать момент, чтобы и ткань не пропиталась клеем, да, не намочилась, и чтобы оно приклеилось, да. И... Так, о чем я? А, ну, в том, что это было достаточно жестко, и вот когда свет бликует на шляпу, иногда неровности не видно. Но это ладно, это можно зафотошопить, в принципе. А на видео, если не давать свет на шляпу, ее, в принципе, не видно. Так вот, это не самое главное, что я приклеивала. Я вот кантик, короче, по краю шляпы, я ее пришила на машинке, потом подворачивала и вручную 5 часов пришивала маленькими стежками. Я вот не знаю, у меня вот и в корсетах такая фигня, и со шляпами. Вот я бейку вручную подшиваю. Я сначала такие... У меня стежки идут там через 3 миллиметра, а потом они, знаешь, вот как-то начинаются через 1 миллиметр. Я почему-то начинаю шить, я это не замечаю. Я что-нибудь там смотрю, сериал какой-нибудь или какой-нибудь обзор. И вот так вот по миллиметру, и это все могло бы там, например, на 2 часа затянуться все это, если бы я нормально шила там. А я вот на миллиметр, может, я как-нибудь сфоткаю, покажу. Ай, да. Косплей, спасибо. Короче, трачу время не туда, куда надо. Я тебе, кстати, же тоже предлагала это чеснок. Мне кажется, он тебе подойдет. Будет прикольно. Но я бы целый косплей бы не осилила, на самом деле. Я просто, что еще, я ходила там, когда покупать белье, ну, на Димитреску я смотрела, я нашла идеальный, типа, зеленый бюстгальтер. И я просто увидела, что я могу, типа, сделать какой-нибудь, типа, образ профессора Чеснок в этом бюстгальтере, я не знаю. Но это все. Но он такой красивый, такого красивого салатового цвета, и он такой неяркий, ну, прикольный. Если еще с рыжим париком... Но все-таки шляпа меня выбешивает. А, да, вот, мы только что у нее были. Сейчас тебе покажу, поболтаем.
Не должна, а обязана. Сейчас тебе чеснок покажу. Так. Где она? Вот она. Смотри. Профессор, вот мне вот интересно, откуда вы родом? Где вы росли? О, как мило, что вы спросили. Я выросла в Лондоне. Наш дом стоит прямо над Темзой. По-моему, это замечательно. Большие города никогда не надоедают. Для кого-то это так, но я мечтала о жизни в сельской местности. Но лишь попав в Хогвартс, я поняла, что наконец обрела дом. Конечно, это случилось не сразу. И хотя я всегда надеюсь, что ученики со временем будут чувствовать себя здесь как дома, увы, это происходит не со всеми. Пожалуй, вы правы. Ну, мы все разные, ведь правда? Одни подобны дьявольским силкам, любят оставаться в тени, а другие требуют внимания, словно прыгучая луковица. Каждый из нас растет в своем темпе. Когда я приехала в замок, то ужасно переживала. Дело в том, что в детстве я ничего не знала о ведьмах и волшебниках, представляете? Как я опешила, получив письмо из Хогвартса. Мне, конечно, волосы длинные. Первое время я предпочитала одиночество и пряталась либо в теплице, либо в библиотеке. Не, ну да, не самая геморная шляпа, да. Да, не обязательно мужская. Как жаль, что другие ученики так холодно встретили. О, вы неправильно меня поняли. Напротив, ко мне относились очень хорошо. Одна семикурсница взяла меня под свое крыло и помогла привыкнуть к Хогвартсу. Мы до сих пор тесно дружим. Это была Сирона? Да, это она. Откуда вы знаете? Сирона и ко мне очень добра. Мне удалось вернуть ей коробку писем от миссис Спортл. О, миссис Спротл такая славная. Она всегда поражалась, что для маглорожденной я отлично владею магией. Поверьте, дружба, зародившаяся в Хогвартсе, это дружба на всю жизнь. Что ж, мне пора заниматься посылкой из волшебной брюквы. Мистер Чайлок обещал на этой неделе прислать множество разных растений. Было приятно поболтать. Это нам. У нас есть такое местечко, называется Синой рынок. Ну, конечно, безусловно, там белье в каких-нибудь магазинах, оно действительно стоит дорого, и оно того стоит. Оно действительно хорошо сидит, оно из хорошего материала. Я покупаю белье на съемке. В основном, считаю, они у меня одноразовые. Я их в жизни не ношу, поэтому мне все равно какой-то материал. Еще главное, что они были красивые, вот и все. И подходили мне там под какой-нибудь образ. Вот. Поэтому тоже бюстгальтер на вот этот зеленый, который говорила, он, по-моему, стоит 650 рублей. Ну, то есть там, грубо говоря, из Китая партиями заказывают и вот продают. Это все. Поэтому я просто не вижу смысла покупать там какое-нибудь белье задорого на фотосессию, если ты его там в реальной жизни потом не носишь. Вот у меня есть одно единственное белье, которое я купила за очень дорого, ну, не ручной работы, и оно реально офигенно. И это, наверное, мой самый любимый комплект. Ну, вот, и там в нем грудь хорошо сидит и прочее. И наверное, это этот белье, наверное, одно из частых, в котором я фоткаюсь. Мне оно прям очень-очень нравится. Вот, а так, ну, один раз надела, забыла, через полгода еще под что-нибудь подошло. Вот, поэтому там... Ну, у меня выходит, может быть, там 1300 бывает за комплект. Ну, смотря что там, какой материал, если типа из кожзама, то может быть подороже, если еще как-то вот...
Да, на видео, на фото, конечно, да. Вот у меня, например, тот же костюм Димитрески, например. Я его купила на Алиэкспрессе, он стоит вообще типа 2500. Типа на фото, а он выглядит нормально. В жизни сходить на фестиваль, либо еще куда-нибудь, я бы никогда в жизни не пошла, потому что он сделан из бифлекса. Это такая трикотажная, грубо говоря, ткань, и она прозрачная. То есть мне буквально, если бы я надела там темное белье, у меня бы там труханы бы просвечивали просто. И оно еще так обтягивает. Ну, не очень, на самом деле. Там, по-хорошему, нужна другая ткань. Но, в принципе, на один раз на фотосъемку и на видео СМРную, в принципе, ну, покатит. Типа. Единственное, что мне пришлось запариться с шляпой, потому что там, ну, была в комплекте, можно было ее купить, эту шляпу, но она была маленькая, во-первых, и, ну, не очень подходила, там еще мятая приходила, я в отзывах смотрела. Что такое агент-провокатор? Это какой-то сайт, типа? Так, мы тут с вами были. Куда бы нам с вами пойти? Я даже не знаю. Так. Это библиотека. Ну, библиотеку мы все уже обшарили. Нам, мне кажется, надо в зал защиты от темных искусств. Тут же есть такой, да? Точнее, не... все, заплетаюсь. Башня. Слушай, ну я не шарю просто за это. Честно говоря. Так что, извиняюсь. Ну, 70% скидка, так-то вообще нормально. Так, зал трофеев. А давайте сюда, мы, кстати, там давно не были. Я даже загуглю потом, мне даже интересно стало. Люди такие сидят, белье обсуждают, очень интересно. Да-да-да. Там еще, ну, судя по видосам, что я видела, что можно, в принципе, это белье поносить один день и вернуть, и сказать, что тебе не понравилось. Это же такая схема, покупаешь, фоткаешься в нем, а потом относишь. Интересно, многие ли таким пользуются? О, это правильно. Так, что у нас тут, кстати? Опа, давай разблокируем. Угу. Да. А у нас белье обмену и возврату не подлежит. Опа, ну смотрите, как тут много всего. Ничего себе. Ну-ка. Третий уровень. Ух ты, смотри, какие фонарики. Мы тут не были. Ну, понятное дело. Алохамора. Мы же только что замок открыли. Конечно, мы тут не были. Ну да. Хоть там купил помаду, короче, половину использовал, типа, и все. Я сдаю. Не понравилось мне. Вот я половину истратил, не понравилось. Так, там что-то интересное. Идем дальше. Поднимаемся.
У нас тут портреты, смотрите, они спят. Не, ну, понятно, да. Lumos. Ревелиос. Опа-на. Гаргулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет сколдованная гаргулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решится бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Я бы навестила. Это же не пускает. Фига, у нее нормально проходит. Так, а что это такое? Так, а что, тут надо какой-то особый ключ? Что? Ревелио. Интересно. Да-да-да. Угу. Так, а тут нету бабочки, да? А, подожди, вот. Вот здесь должна быть. Ну-ка. Lumos. Ага, пойдем. Далековато бабочку, конечно, засунули. Так, ну сюда. Репаро. Окей. Так, более далее нам тут не пройти, к сожалению. Я тут могу перепрыгнуть? Не быть мне паркуристом! За что мне все это? Щит. Дайте мне щит. Ревелио. Все равно что-то там бубенькает. Бубенькает. Угу. Вот эти вот... А, в смысле? Только хотела сказать, что я похожа на двери. А это двери. Я 15 февраля 1851 года. Сегодня утром созерцание хрустального шара меня до крайности огорчило. Поначалу я обрадовалась, ясно увидев в нем атриум Министерства магии. Я всегда мечтала там работать. Но когда атриум сменился бескрайними рядами метел, на смену радости пришло отчаяние. Неужели я обречена прозябать в секторе контроля за метлами? Эта рутина сведет меня с ума, вернее, чем песня в... Я не могу это произнести, эту птицу. Вупера, короче, вупер. А когда, видимо, пока, видимо, следует смириться с тем, что у меня нет склонности к прорицанию. Хотя, раз я это чувствую, может, все-таки немножко есть? Вероятно. Ревелио. Ну-ка, что тут? Нормально. Подожди, то есть ты хочешь сказать мне, что я пропустила какие-то двери? Минутку. Или тут одна дверь? Тут, видимо, одна дверь. Сейчас буду тыкаться во все. Но реально она просто как-то выделяется. Окей. Просто мазохисты. Признайтесь. Да-да.
Опа. А у нас тут не было места? Самое забавное. Да что у меня в нос попало? Ох. Поминки. Confringo. Accio. Revelio. Да хватит бринкать. Бринк. Бринк. Опа, сюда, вниз. Бринк. Бринк. А ты спрашивала? 28. Так, там же прохода не было. Давайте здесь попытаем удачу. Ревелио. Прошел час, как я бегаю по Хогвартсу. Ищу эти замечательные ключики. Хотя, может, не стоит на это время тратить, на самом деле, а просто... Ух ты. Вот это кайф. Я спрашивала. Я помню. Нет, я не хотела за час именно сделать, а просто один часик поискать демимаски и ключики. Так, тут мне тоже не пройти, да? Ревелио. Класс. Флопендо, Десендо, Акио. Ревелио. А вот, а пойдем пойти по заданию. А ну пустите меня в Коктевран, быстро! Я хочу в гости. Меня не пускают в гости. Ну отлично, возраст. Ревелио. Да, время летит, конечно, но очень-очень быстро. Вот это мы одобряем. Duncan owes his reputation to you. А чел шарит. Давайте попробуем ему сдать Деми маски, что у меня есть. Hello, Mr. Moon. Здравствуйте, мистер Мун. Приветствую! Как идут дела с поисками статуэток Деми масок? У меня есть для вас еще луна. О, замечательно! Продолжайте в том же духе. Где же мне следует поискать эти статуэтки? Места, где я обычно прогуливаюсь. Страх, как и люблю их. А теперь они сами стали весьма страшными. Здесь, в замке, в Хогсмиде. И хотите верьте, хотите нет, в местных деревеньках. Мой учитель подошел к делу основательно. Я уже давненько не покидал замок. И мне все время не по себе. Если я вижу статуэтки, то постараюсь достать для вас луны. Ваша доброта и отвага достойны похвалы. Тем более, что их можно собрать только ночью. Давайте посмотрим, сколько мы отдали. 2. Нам осталось 7 штук, Карл. 7! Ну, типа, место за вхоз, чем не выпить. Такс. Ладно, фиг с тобой, господи. Таланты! 10 очков. У меня 10 очков. А я не хочу их тратить. Что мне сделать? А?
Так, сколько? Смотрите, у меня же 25 тысяч. Просто я богат. У-ху. Эх, ладно, мне что-то мне надоело уже по Хогвартсу бегать. Мне кажется, мы просто теряем время. Угу. Пойдем немножко по Хогвартсу прогуляемся тогда. Возьмите печеньку. Ну, давайте выполним задание. Погуляем по Хогвартсу и пойдем по основе. Неудобно летать на метле. Ты с клавиатурой играешь, да? Не знаю, мне он, по крайней мере, нормально. Поможем. Гарнаф. Ну, надо приноровиться, да. Ну, так, в принципе, в отличие от первой части, от второй, от четвертой, это нормально, поверь. Ну да, там же так покрутил, в принципе, да. Hello. Здравствуйте, что-то случилось? Да еще как случилось? Моего дорогого лунтеленка, печенька, убрали на браконьера с севера. Негодяй! Я пытался с ними сражаться, но куда мне с ними справиться? Мне очень жаль вашего лунтеленка, мистер Гарнов. Просто Гарнов. Я всего лишь скромный гоблин, да и к тому же не особо храбрый. У меня нет шансов в схватке с бандой кровожадных браконьеров. Ох, бедная моя печенька. А что, если только надеяться, что ей удастся сбежать? О, еще вибрирует на нужном положении. Какой необычный питомец, почему вы решили завести лунтеленка? Однажды она сама за мной пошла, не оставала от меня ни на секунду. Я никогда не собирался заводить животное, а теперь из жизни не могу без нее представить. Лунтелят принято считать неразумными существами, но печенька совсем не такая. Я бы не променял ее ни на гиппогрифа, ни на гиппопотама, да ни даже на гусей, несущие золотые яйца. Я поищу вашего лунтеленка, Гарнаф. Вы очень добры. Мы бы все волшебники были так же любезны с гоблинами. Если вы увидите и доставите домой в целости и сохранности, обещаю наградить вас за труды ваши. Постарайтесь ее найти. Будьте осторожны, браконьеры — беспринципные люди. Печенька. Зубы, но он же этот... Гоблин. Блин, мне бесит, что надо выбегать буквально... О, с тыквами, кстати, вот это местечко еще лучше смотреть. Ревелио. Тут у меня все забрано. А нет. Сюда. Монетки гони. Не знаю. Понравился. Чтобы было видно мужскую жопу. Ух ты, смотри. Давайте оценим, что он там рисует. Это знаете, вот когда ходишь на пленэр и такие всякие люди. О, рисуете? И вот так вот засматриваются. Картину. И такое на него. Извините, мистер, можно порисовать? Типа классика пленэрной жизни. Художники меня поймут. Hogsmeade, here I come. А знаю, а просто нахуя? Извиняюсь. Я, знаешь, я такая думаю, ну выйду из Хогсмида, короче, сяду на метлу. А потом... У меня есть карта. Я могу переместиться. Да. Гений. Well. Ух ты, шахматишечки.
Да-да-да. Не, я не против. Мне просто бы хотелось ее просто побыстрее, конечно, пройти. Ага. Идите лагерь браконьеров, где держит печеньку. Ну, сейчас мы найдем этот лагерь браконьеров. Используйте пыточное заклятие на горящем враге. Браконьеры, Гарнав был прав. А давайте, мы так и не использовали Круцу. А попробуем Круцу. А, ну, бля, протега, конечно, пошел в жопу. Что мне с тобой делать? We had that Merlin woman till you showed up, Kate Bradfinger. Protego! How have you... Expelliarmus, Leviosa. This is a... Send it here. Confringo! Protego. Я уже достаточно долго мы играем. Confringo, have you to give up? Leviosa, Confringo, Confringo, Expelliarmus. Ah, Descendo. You haven't got a prayer. Reductor. Как мы надоели. Так помолчала, молодец. Ну, в Стиме у меня написано 35 часов. В самой игре почему-то пишет меньше. Я не знаю почему. Ну, типа, я уже ее прохожу больше месяца. Если бы я ее проходила не на стриме, я бы ее, конечно, уже давно, давным-давно бы прошла. Но я думаю, что это будет у меня как с Ведьмаком часов 80, да. Потому что я люблю походить, побродить. Поэтому готовьтесь. Так, до лета я буду проходить. Ну да. Ну, в принципе, если ты даже АФК висишь, то да, в стиме считается. Но такая разница, то есть... 26 часов и 35 часов в стиме, то есть 9 часов АФК, я не могла столько... Я выключаю игру сразу же. Если там я и заходила, то ну не более чем на 10 минут. Это очень странно. Угу. Если бы там было пару часов, ну в принципе да, можно было бы так подумать. Так, ну странно. Так. Ну давайте освободим вас. Спасите печеньку. Aloha, Mora. А кто из вас печенька? Ррр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 рr Так, кто же из вас печенька? О, сюда, печенька! No need to be difficult. I mean you no harm. All right, Miss. Отлично. Let's get you back to Golf, shall we? Ой. Ой. Lumos. Ой. Confringo. Я что, все перепутала?
Ля, я все перепутала. Expelliarmus. Descendo. Confringo. Levioso. Что случилось? Expelliarmus. Confringo. Descendo. Expelliarmus. Классный Expelliarmus. Confringo. Levioso. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Блин. Не прочитала дуэльную уловку. Надо было другое заклинание поставить. Так, теперь нам надо вернуться, конечно же. Но раз мы тут, мы посмотрим, что мы тут имеем. Лунтиленков у меня достаточно. Так что пускай тут гуляют. Так, all right. Тут у нас есть что-нибудь? Ага. А без оружия у меня 3. Неплохо. Неплохо. Так, мы. Так, раз. И еще тут шары-то были. Выше, ниже. Вижу. А будет мне интересно засчитывать, нет? Еще один где-то остался. Опа-на! Сюда! Шикарно. Пойдем остальных бить. Прекрасно. А, он свалился, типа, окей. Confringo. Expelliarmus. Very weak. You won't be able to stop Ranrock. Давай, давай, со мной еще пока. Defender. Да блин, не туда. Confringo. Levioso. You want to release those? No, blah, blah. Expelliarmus. Confringo. Так, и все. Грустно. Концентрация 1. Монеточки. Что тут у нас есть еще? Какая-то пещера. Не знаю, рановато нам сюда идти или нет. Наверное, нет. Тут какой-нибудь супер сундук будет. Шарф мореплавателя. И все, в принципе. Если в пещеру не загружает, это не данж. Поэтому можно заходить, в принципе. Обычно в данже есть загрузка. Какая-никакая. Так, вроде все собрали. Ага. Монеточка. Так, еще снизу что-то. Confringo. Недостаточно места, чтобы призывать. Я хочу метлу призывать вот так.
Let's get this over with. Олеха-муха. Немножко побили меня. I was right not to find them. You're in somewhere. I won't rest. Confringo. Expelliarmus. Ну так вот. Too late for you to learn the error of your ways. Так. Интересно, а что это такое? Депульсор. Я. Он сгорел, почернел. Так, где у меня стоит, а, вот. Wingardium Leviosa. Допустим. Confringo. О, сюда. У нас открылся. I should investigate. Данжик. Небольшой. Revelio. Небольшой данжик. А мантия звездочета. Ну, неплохо. Можно подзаработать. Угу. Так, тогда мы возвращаемся обратно к нашему гоблинцу. Сюда. What will I do without her? Garnef. Garnef, мне удалось спасти печеньку. Правда? Она в порядке? Она испугалась? А вы как? Are you all right? Biscuit is fine. Печенька в порядке, я тоже. Мне удалось спасти ее без особых происшествий. О, хвала небесам. Если в чем-то замешаны браконьеры, жди беды. Мне терпится отвезти ее домой. Я так скучал по ее вечерним танцам. Как же я рад. Я ожидаю вознаграждения за работу. I'm glad she's safe now. Как хорошо, что она теперь в безопасности, уверена, она счастлива вернуться домой. Просто гора с плеч. Ах, моя милая печенька, мой мудрый, благородный лун-теленочек. Вот ваша награда, вы ее заслужили. Еще раз повторю вам, вы восстановили мою веру в волшебника. You've restored at least a modicum of my faith in wizardkind. Ну что, печеньку вернули? Вернули я только веру волшебников. Ура! Ура! Так, а что-то тут мне какая-то заданница, нет? Не показалось. Или не показалось? Смотрите, сколько еще испытаний Мартина. Так, что я хочу сделать? Я хочу сходить в шапку-невидимку. Это первое. Revelio. Ага. Тут замочки мне еще не открыть, да? А, нет. Дими маска там? Смотри-ка. Опа. Revelio. Да, Дими маска. Ну что ж, тогда мы, конечно же, подождем. Mine now, Demi, guys. Да-да-да. Забрали. Хорошо. У нас 3 из 9. Теперь это великолепно. Ой. Тебе насрать, что я вообще в твоем доме? Еще и боится меня.
Окей. Конечно, третий уровень. Ревелио. А, конечно, третий уровень. Угу. Угу. А, зонка. О, а мы не собрали страницу зонка? Окей. Магазин приколов Зонка. Зонка регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов в Хогсмите. Ревелио. Вот это прикольчик. Вот это прикол. Что? Что тут звенело почему-то? Интересно. Пара-пара-пап, пара-пара-пап, пара-пап, пара-пара-пап, пара-пап. Третий уровень. Фига, сколько тут ворон. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Я не хочу менять стиль. Plenty to choose from here, so take your time. Хочу продать шмот, чел, ты не против? Это мы точно продаем. Тюрбан тоже, шарф тоже, очки тоже. Это тоже. Остальное оставим? Еще надо посмотреть. I suspect you have a sharp eye for fashion. Fashion is my profession. А, 18 уровень. У нас вообще какой? О, пап-пап-пап. 29. Хорошо. Карта мира. Угу. Нам нужно сюда. Давайте сюда. Пойдем с вами на здание. Итого, мы не нашли ни одного ключа. А, сколько мы маски... Две демимаски, по-моему, нашли. И, в принципе, все. Вот и час пролетел. Да-да. Ну да, к успеху пришла. Это лучше, чем ничего. На самом-то деле. Ревелио. Так, тут у меня открыто, кстати. Подожди. Вот тут. А, это грот. Извини, я думала, что это шкафчик для этого. Для ключей. Опа. Алоха Мора. Алоха Мора. Опа. Well, well, well. Опа, сюда. Еще одна. Нормально. Опа, она. Шкафчик с Богартом. Ревелио. Да. Говорят, что в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богорт, которого едва смогли остановить пятеро профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем Торнадо, тарелкой Хаггиса, венгерским хвосторогом и чьей-то тещей. Неплохо. Чья-то теща. А плетенка черная.
Внимание, до меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю, персонал имеет полное право общаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время, при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату я, скорее всего, буду занят, однако в любом случае рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно омрачит веселье. Также полагаю, что на проведение мероприятия хватит получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Директор Финиас Найджелус Блэк. По скриптам. Среди угощения не должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание бродячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Нормально. Блэк. Мыслит. Кошки ему не нравятся. Чё, пёс? Псина. Типа кайфу? Пивис. Ревелио. Пивис, пивис. Ах ты пивис. Пивис, пивис. Ну пойдем. Да ну тут не были, кстати. А нет, были, недавно же. Да. По всему замку нас проводят. А я просто не туда телепортнулась, на самом деле. Ревелио! Ты случайно, на шкафов-то нету? Ага, вниз. Я ж, по идее, могла просто отправиться в зал картографии, там же есть у нас это. Опа-на! Значит, подожди, тут ключик должен... Куда? Где? Где ключик? Сюда ключик! Мур-мур-мур! Да-да-да, пойдем. Кто быстрее? Ты быстрее. Ах, какой проворный ключик. Мы все-таки нашли ключ. Камон. Бам! Ура! Жетончик. Супер. Каждому ключику свой замочек. Все верно. Ревелио. В этом вы правы. Абсолютно. Угу. Так, о, можем замочек открыть. Да ёшкин кот, во. Ух ты. Тимми масочка еще одна, ага. Супер, супер, супер. Смотрите, как пошло дело. Просто по заданию пошло. Значимый магловский артефакт. Значение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно. Хотя большинство волшебников прельщает перспективы владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Че-че? Ага. Тут... Школьная мантия. Ревелио. Скукота. Далее. Опа, тут Hello, еще Homura. Ключик. А что за звуки были? Ты же вышла случайно. Такс. Монетки. Сабля пепельно-коричневая. Ага.
Прикол. Конфринго! Акио! Ревелио! Чё-то звенькает. Что звенькает? Камон! Так, ключик сюда. Где ключ? Пойдем. Пойдем. Наверх? Нет, не наверх. Ага. Супер. Урум. Супер. Жетон. Сколько мы насобрали? Еще два осталось, кстати. Я думаю, уже скоро насобираем. Депульсор. Десендер. Флипендер. Ревелио. Интересно. Как туда пробраться? Алоха, Мора. А, скорее всего, через жабку вот эту, да? Сейчас посмотрим. Угу. Ревелио. Ну давай. Так. Акио. Так, по-моему, тут Левиоса надо. Левиоса. Да, далее. Ревелио. Ух ты, какой страшный. Фига, у него рот огромный. Так. По факту. Еще ради этого одного сундука. Неизвестный предмет для головы золотой. Ну, нормально. Вот с отрыжечками я нормально. Хорош, чел хорош. Ультра-мега хорош. Спасибо. Ревелио. Это было сказочное приключение. Угу. Так что у меня аж что-то стало с плащом. Упс. Ага. Так, нам вниз туда. Угу. Так, стоп, подожди, куда вниз-то? Ну да, ты мне что показываешь? Я за тобой пошла, он мне вниз показал туда. Ревелио. Кстати, место-то в инвентаре есть? Ну, я же продала шмот. Да. Еще есть. Прекрасно. Ну, погнали. Навстречу приключениям. Нет. Ну, я не понимаю. Где-то там сверху, либо где-то... Я могла вообще сюда телепортнуться и все. Да ладно. Сегодня так, в следующий раз по-другому. А профессор Фиг нас уже ждет. А, ладно, забей. В следующий раз делаем нормально. И советую вам недооценивать этого ученика. Никогда раньше не встречались такие способности к магии, а я уже давно преподаю.
Такие ученики – большая редкость. Хоть и не всегда. А вот и вы. Не знаю, на вкус и цвет. Получил вашу сову. Мне удалось поговорить с Лот Гоком, тем гоблином, о котором я вас говорил. Что он вам сказал? Раньше они с Ранроком были заодно, но потом разругались. Вы полагаете, ему можно доверять? Думаю, да. Мне он показался честным. К тому же, Сирона Райана ему доверяет. Хорошо. Допустим, ему можно доверять, но поможет ли он нам добраться до Ранрока? Мне удалось достать украденный шлем. Лотгук надеется с его помощью вернуть доверие Ранрокам. Вы хорошо потрудились, и будем надеяться, что вашими стараниями мы узнаем о плане Ранрока. Ранрок что-то ищет, но благодаря Лотгуку мы узнаем, что это. Что-то ищет? Я этого и боялся. Да, я посещала свой портрет замки, и то поразился тому, сколько там гоблинов и волшебников. Замки Рукводов? Да, когда там жил. В этом замке пройдет ваше следующее испытание. Вы что-нибудь видели или с кем-нибудь говорили? Нет, предпочел не привлекать внимания. Я давно там не был и не услышал ни одного знакомого голоса. А потому и доверять и не стал. Я старался не попадаться им на глаза, чтобы они не решили уничтожить мой портрет. А мы же там были. Там, насколько я помню, сестру Себастьяна прокляли. Мне очень жаль, но вы должны знать, Виктор Руквуд, ваш потомок, темный волшебник, и он в сговоре с Ранроком. Мой потомок? Темный волшебник? Тогда, боюсь, нам нельзя терять время. Или это не то место? Вы должны как можно скорее попасть в замок Руквудов, хотя этот путь наверняка будет полон опасности. Это не только место проведения следующего испытания, но и хранилище источника силы, который не должен попасть не в те руки. Хотелось бы мне, чтобы у вас была такая роскошь, как время. Однако я не сомневаюсь в ваших способностях. Как можно скорее найдите там мой портрет. Хорошо, сэр. Отправляюсь немедленно. Желаю удачи. Иначе я ошиблась. Нельзя тратить ни минуты. Встретимся в замке Руквудов. Окей. Сейчас нам дадут... Задание? Или уже дали? Нет, еще не дали. Ну давай, давай мне заданицы. Или мне нужно отсюда выйти? Если бы я знала, где находится замок Руквудов... Честно, я не помню, где он находится. Так что переместимся куда-нибудь, чтобы нам уже дали задание. О, нам дали задание. Тебе почему-то не сразу дает. Я не знаю, почему. Слушай, я на самом деле была почти права, куда нам надо было идти. Двигалась в том направлении, по крайней мере. Я тут на вопрос отвечаю. Чаечка. Ага. I'll make you wish you were back at school. Мне тут не очень рады, я смотрю. Встретиться с Фигом. Да я уже тут месиво начала. А мне не дают подождать, потому что я сражаюсь уже. А, ну все. А, ну я его сейчас подожду, и все заново начнется. Чекаем. Сюда! Ну,
Что здесь происходит? Профессор Руквуд был прав. Это место кишит приспешниками Виктора Руквуда и сторонниками Ранрока. Они неплохо спелись друг с другом, но это вовсе не дружеский союз. Я уверен, вы согласитесь, что через парадный вход идти нельзя, нужно найти другой путь. Идемте. Да-да-да. Ну, пойдем. Проберите замок. Хорошо. И? Нельзя идти через парадный вход. Хорошо. Не пойдем. Пойдем рядом с ним, да? Хочешь сказать? О. Ну, в принципе, окей. В принципе, ладно. Такс. Что мы тут имеем? Опа. Какая наглость. Тебе не остановить восстание Ранрока! Убираю с голоду. И? Бляха-муха. И? Ревелио. Чего вы хотели этим добиться? Скажи мне. Акиум. Вингардиум Левиоса. А там что-нибудь есть? Ревелио. Наверху нет. Хорошо. Ну, ладненько. Посидим, полежим. Чё бы нет. Если бы я знал, что ты собираешься перекопать полстраны, мне бы не пришло копать, если бы тебе удалось поймать этого ребенка. Нам бы не нужен был этот ребенок, если бы ты не отправил дракона за футляром, на поиски которого потратил много месяцев и еще больше золота в министерстве. Опа-на. Это ты дал им сесть в карету. Я вынужден был действовать, пока они не добрались до своей треклятой школы. Тогда бы их там не достал. Тебе что, все еще недостаточно могущества? Я позволил тебе прорыть тоннель под моим фамильным домом. Позволил мне. Ты вообще здесь лишь потому, что один из твоих предков был хранителем. И ты можешь мне пригодиться. У нас был уговор. Я поделюсь с тобой полученной силой, если ты отыщешь сокрытые где-то хранилища магии. Так что если не хочешь, чтобы я еще раз продемонстрировал на тебе свою силу, которую ты так жаждешь заполучить, притащи мне этого ребенка. Да. Я вообще-то не ребенок, я тыква. Вы уже знали, что они вас ищут, а теперь мы знаем, что они ищут хранилище магии. Кроме того, Ранрок в курсе насчет хранителей. Да, я это тоже слышал. Профессор Руквуд сказал, что вы поймете больше, пройдя следующее испытание. Пойдемте в замок. Да, у нас тут Ранрок, Руквуд, пойдем в замок! Мамаша твоя передаст что-нибудь на словах? Можешь
Левиосо? У меня не было Левиоса. Как я сделала Левиоса? А, ну да, не было Левиоса. Почему-то она фиолетовая была, интересно. Куда пошел? Очень странно. Она всегда была, что ли, фиолетовая? Очень странно. Мне казалось, когда я выпускаю Левиоса, то было желтое, нет? Она фиолетовая, что ли, всегда была? Может. Мне казалось, как-то иначе. Так, собираем лут. Пока есть время. Угу. Да. Что-то достаточно интересно, например. Акция желтый. Ладно. Забавно. Ревелио. Так, хорошо. Далее, что мы имеем? Тут нам не открыть, ладно. Хорошо. Через верх. Ну, пойдем. Что мы тут имеем? Ревелио. Шахматишки рубились. Пацаны, вообще ребята. Угу. Ёшкин кот. Нормально упала. Угу. I suppose that's the quick way down. Кажется, мы нашли быстрый спуск вниз. Как ты тут оказался? Ревелио. Так. Is there something to those symbols on the walls? Что обозначают эти символы? I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast them quickly in succession. Нужно найти как можно быстрее, короче, в них запомнить заклинание. Да. Тупорон. Ну все, пойдем. Да. Все, подвал, подместье, Руквуда. Пойдем. Найдите портрет. Хорошо. Ревелио. Угу. Фиг с нами, как всегда. Не пошел. Ага. Goblin tracks. А, не пошел? Здесь были гоблины, они опережают нас. Давайте быстро. А откуда? А, ты типа оттуда сказала, мне было слышно здесь? Внешность проныры. А что это там такое красное? Нифига. Это типа вот эта древняя магия? Думаю, это оно. Хранилище магии, источник силы Ранвока. Похоже, здесь пусто. Если они все забрали, то почему они еще здесь? Ранрок говорит, что это еще не все. И если он прав, то остальное может находиться не здесь. Но где бы оно ни было, нам нужно найти это раньше них. Где этот портрет? Вот это очень странно звучит.
Слушайте, он так звучит странно. Я могу подойти? Что-нибудь? Окей, странно, магия не происходит. Тут есть какой-то проход, хорошо. Ревелио. Так, я слышу какую-то magic. А, вот портрет. Я услыхал какой-то шум и надеялся, что это вы. Но мы пришли. Профессор Руквуд. Профессор Руквуд, гоблины и темные волшебники, захватившиеся ваш замок, ищут хранилище магии. И они же вскрыли некий контейнер. О, нет. Все куда хуже, чем я мог себе представить. Вы сказали Персивалю, что гоблин в своей сокровищнице использует могущественную магию. Если это так, значит, они каким-то образом научились... Нет, этого быть не может. Еще кое-что, сэр. Они знают, что вы были хранителем. Ранрок вас так называл. Но это невозможно. Откуда он мог... Ладно, обсудим это позже. Сейчас вы должны пройти следующее испытание. Сэр, я уже доказал свою преданность, и после всего, что произошло, вы должны сказать правду прямо сейчас. Сначала вы должны полностью понять природу и той силы, которой обладаете. И в этом вам помогут испытания. Сила без знаний действительно опасна. Если она окажется не в тех руках, нам лишь нужно перехитрить Ранрока и моего несчастного тезку. Хорошо, профессор, скажите только, куда идти. Я открою вам путь, но профессор Фиг должен сейчас уйти. Давай, трансгрессируй. Ревелио. Да. Magic. I would join you if I could. Очень жаль, что не могу пойти с вами, но я буду ждать вас в зале картографии. Давай. Опа, молодец. Ну, пойдем начнем испытаниться. Очень интересное, хорошее испытание. Второе испытание. Сколько всего испытаний? 4? Спустя почти 40 часов второе испытание. Ревелио. А по портрету, ну да, 4 получается. Well. Да. Что можно еще сказать? Какие просторные, огромные залы. Мне это нравится. Допустим. Ревелио. Wingardium Leviosa. Да ё-моё. Wingardium Leviosa. Ага. И чё? Я же могу на нее поставить? Нет. Ревелио. Ревелио. Опять ловушка. А, стоп. Джавушкера. Нужно выбраться отсюда, нужно передвинуть колонну. И эта арка здесь не просто так. Что за звуки? Как будто кто-то топает ножками. Так.
Я боюсь, что не маленьких. Охуенно. Лол. О! Ничего себе. Да блин. Wingardium Leviosa. Уху! Амста! Комиссия! Ничего поменялось вообще, нет? Wingardium Leviosa. О, хорошо. Я уж думаю, я делаю что-то не так. Угу. Ревелио. Удиви меня. That pillar is blocking the path. Колонна преграждает мне путь. Мне нужно ее передвинуть. Что-нибудь поменялось тут, нет? Так, еще можно как-то сюда пробраться. Интересно. Что вот это дает? Ап. Сюда. Wingardium Leviosa. Угу. О, хорошо. Такс. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Is there any way to reposition this archway? Accio. Не, по идее, могу дальше пройти. Но мне интересно пробраться туда. Ага, я могу вот что сделать. По идее, сделать так. Потом. Делать так. Я ж могу по нему забраться. То есть я не могу его никак опрокинуть, ты хочешь сказать? Хорошо. А тут был, кстати, сундук. Ага, то есть получается, кубик поменялся с сундуком местами. То есть мне нужен кубик. По идее.
Не, так не пойдет. Блин! Угу. Вот сундук. Ревелио. Угу. Акио. Не работает. Так, минус. Блин, странная загадка. Не, я по идее могу пойти дальше. Но меня мучает вопрос. Что, может, как-то решить? Ревелио. Как вы считаете? Подожди, а тут что? Ревелио. Монетный двор, понятно. То есть все заново, ты хочешь мне сказать? Подожди, нет. Ага. А я могу вообще, может быть, отсюда запрыгнуть, нет? Там открыто! Бляха-муха! А я смотри, там было открыто до тех пор, пока я магию не завезла. Ну-ка. Извиняюсь, конечно, я сейчас умру. Но мне придется это сделать. Ну-ка. Смотри, тут открыто. Ревелио. А тут ничего нет пока. То есть я пока магию не заюзала? Понятно. Быстрее. Бац. Угу. Блин. Сложно. На самом деле. Блин, почему-то мне захотелось пельменей. У вас такое бывает? Уж сидите себе. Бац, и пельмешек захотелось. Жалко? Сюда! То есть это можно было, а мне не сработало с первый раз. И я бросила все попытки. Ты чё? Да прикинь, у меня в первый раз не получилось. Я забила. Так можно было ее скинуть. Ее можно было скинуть кубом. Я думаю, что как бы я немножко не в норме или что. То есть оно просто первый раз у меня не сработало. Ревелио. Понимаю. Понимаю. Так. И по идее это должен быть у меня еще ящик. Сейчас мы поменяем. А, да, это ящик. Это сюда. Неизвестный наряд. Все отлично. Погнали. Так, сейчас будет битва. Я тебя правильно понимаю? Да, прикольно.
freedom. Defender. Expelliarmus. Confringo. Кто тут вообще стоит? Левиоса. Ты чё, чёрт, блядь? Сука! Этот чёрт меня откинул, как? Я даже не обратила внимания! У меня есть. Да. Да я не этого хотела, а защитника! Бляха, муха, я сейчас опять сдохну. Confringo, Defender, Levioso. Expelliarmus. Ну, пока. Revelio. Да, ну это было, конечно, неожиданно. Из-за Гарри Поттера я... Извини, Гарри. Я тебя уберу, я просто не видела, сколько у меня зелий рябиновых. Ну, конечно. Ревелио. Стоп, что меняется? I believe I need to proceed to the left here, but нужно брать левее, как? Revelio. Так мы по идее вот открыли же, нет? Ля, гипно лестница какая-то. Не знаю, имеет ли смысл вообще эти статуи разбивать? Revelio. А, великолепно. Угу. Бунч. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Defender, Confringo, Expelliarmus. Ну вы обнаглели. Confringo, Expelliarmus. Defender. Levioso. Confringo. Defender. Levioso. Using those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Так, а где он? Почему я не вижу? Вот он. Defender, Confringo, Expelliarmus, Levioso. Хотя вот это не очень. Да, сюда. Это вообще не круто, на него не работает, ничего? Видимо, ничего.
Так. Кубик. Кубик. Кубик мы забираем. Wingardium Leviosa. Я же его могу поставить? Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Так, подожди. Ага. Так, ну хорошо, но нам не достать. Сверху еще есть. А, подожди. А может, я это зря сделала? Наверное, это зря сделала. Wingardium Leviosa. Надо же было здесь ее оставить. А, понятно. Ну, кстати, да. То есть мне нужно сделать так. Все, я поняла, в чем сложность. Я поняла. Угу. То есть смотри, мне нужно залезть, но когда мне есть куда залезть, появляется кубик. Вот, например. Да, кубик. А когда у меня есть стойка, у меня некуда залезть. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. А, подожди. Все, я догнала. А я не могу его. А может, и не догнала. Ща я попробую разобраться. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Опа. Пробуем. Да, блять, кубик! Опа. Я его, конечно, протащить не могу. Это херня, да? Депульсор. Акио. Wingardium Leviosa. Давайте подумаем, как никогда прежде. Thank you.
Акиан. Вингардиум Левиоса. Опять куб, блядь. Так ты, смотри, я могу подвинуть куб, но мне некуда будет залезать. Вот. Понимаешь, в чем соль? Что тут еще нужна верхотура, чтобы было куда залезать. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну да. Я ж могу прыгнуть? Супер. Ревелио. А, ну все правильно я сделала. Что, немножко уже запуталась? Ну, спасибо за помощь. Ревелио. Да. Так, псы! Блупендо! Десендо! Defender, Confringo, Expelliarmus. Boom. Mm-hmm. Ничего, мне нужно что-то посмотреть. Ля меня колбасит. Ага. Поняла. Сейчас сделаем. Но проблема. Угу. Акио. Wingardium Leviosa. Неплохо. Теперь мы... Я могу? Accio. Так, Leviosa я хочу. Wingardium Leviosa. Вот это звук. Прекрасно.
Ну ГГ, блядь. Так давно уже слили. Месяц, наверное, уже прошел, как слили. Мне его не протащить, что ли, этот куб теперь все? Окей. Так и все. Забавно, то есть я ушла из этого места и все. Просто интересно, это для задания мне нужно этот кубик, либо просто открыть сундук. Вот что мне интересно. Вот все. Просто думала, мало ли сейчас для следующего уровня это тоже нужно будет. Угу. 5 рябиновых отваров. Угу. Что будет мясо? Ну, постарались, постарались. Это прикольно, тема, кстати. Достаточно необычно, я бы сказала. Надо с одним сначала разобраться. Кажется, Крусер вообще на них не действует, наверное. Ага, минус. Понял тебя. Максимум. Ля-ля-ля. Фокусирующая. Шикарно. Тебя увижу когда-нибудь, нет? Увидела, спасибо. У-ху-ху. Вышел босс, вертолет. Ревелио, блядь! Какой Ревелио? Пёс! Главное не упасть, это самое главное. Да блядь, фиолетовый у меня не подготовлен, да блядь! Сука! Короче, надо менять схему. Крутится, на нее не работает. Да, это было бы неплохо. Ничего себе. Так
Defender! Confringo! Expelliarmus! Protego! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Confringo! Expelliarmus! Defender! Descender! Пошел в жопу! Expelliarmus! Confringo! Много кнопок не успеваю. Leviosa! Больше полю. Confringo, Expelliarmus. Нихуя, малышка! Expelliarmus. А что мне надо с этой сферы делать, скажи мне? Я не знаю, что мне делать с этой сферой. Блять! Кнопка! Я путаю, блять, F2 и просто 2, блять. Блять, нет. Это очень жестко. Descender. Defender. Confringo. Expelliarmus. У меня нет КП. У меня нет сил. Очень мало сил. Expelliarmus. Confringo. ГГ. Надо схилиться. Блядь! Без лишних слов. Знаешь, если просто чуть поудобнее управление. Чуть поудобнее. Окей. Я сейчас, наверное, механику немножко поменяю. Ты чё, мразь? Expelliarmus. Мразота! Помешал мне, блядь. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Crucible. Говна кусок. Говна кусок. Defender.
Expelliarmus! Должен ли я в процессе типа сохраниться на самом деле? Котик, не волнуйся. Блять, я хотела механику поменять. Не поменяла, извиняюсь. Я оставляю. Я лучше поменяю. Я буду дольше его бить, но лучше пускай у меня это все будет под боком. Да. Это я помню. Заклинания, а побольше. Это приятно. Ты видишь, из-за того, что у меня два таких атакующих заклинания, режущих, потому что Глэдсис и Депульса, насколько я помню, поставила, да? Они у меня особо не... Я их не использую, потому что я разбиваю ими сферу. Бляха, появились эти штуки. Протега помогает, хорошо. Не помогает, блядь! Не знаю. Протего, успеваем. Я бы порубила его еще на более сложную сложность, мне было бы это интересно. What a relief. Какое облегчение. Вот смотри, вот было бы больше четырех заклинаний, вот был бы перфектом. Ну вот, просто я еще достаточно путаюсь в клавиатуре, я просто не смотрю на клавиатуру, да, а я смотрю на бой и... Revelio. Немного, может быть, на джойстике было бы прикольно попробовать. Вот, но мне понравилось. Сражение тут прикольное.
Опять у нас тут лицо, фейс. Угу. Ну, сейчас опять будет история. History. Поэтому сейчас я для горла. Чаечка. И давайте погрузимся в воспоминания. Еще так угрожающе эта скульптура смотрит. Я тыква. У меня тоже. Признаться, мне не терпится узнать, что Исидора повидала. Прошу, входите. Присаживайтесь. Исидора, нам весьма любопытно узнать. Мы готовы. Сейчас я вам кое-что покажу. Отец, мои коллеги из Хогвартса. С тех пор, как умер мой брат, отец не произносил ни слова. В путешествии я сумела найти доказательства своей теории. Мы способны избавить другого человека от боли. Исидора. Прикольно, что такое. Котик. What have you done? Что вы натворили? I took his pain. Я избавила его от боли. This is uncharted magic. От этой магии мало что известно, Исидора. Вы можете видеть только то, что было запечатано в сосуде. Мы не знаем, какая сила может там скрываться. Но следы этой магии отличаются от всего, что я когда-либо видел. Спасибо. Котик. Пам-пам-пам. Артефакты изумрудной памяти. Вот он, маленький кабанчик. Виновник. Все, иди гуляй. Давай-давай. Сейчас кушать наложит. Так. Выйдите из испытания. Давай выйдем. Ревелио. Зал картографии. Все больше и больше об Исидоре узнаем. Неужто она создала темную магию? Интересно. You're back. Вы вернулись целым и невредимым. Рад встрече. Профессор Руквуд рассказал мне, что произошло в замке Руквудов. В нынешних, прямо скажем, малоприятных обстоятельствах нам очень повезло, что столь сведущий человек разделяет наши взгляды. Thank you, professor. Спасибо, профессор. Я сохраню этот второй артефакт безопасным по вашему безопасному месту. Хорошо, вы готовы идти дальше? Что была за сияющая нить, которую Исидора достала из груди своего отца? Это была боль. Вы лучше поймете причину ее поступков, проходя испытания. Чтобы не было дальше, готов. В таком случае, давайте представимся. Позвольте представить бывшую директрису Хогвартса, Нео Фицджеральд. Здорово.
How do you do? Очень приятно. Должна сказать, меня не слишком удивило новость о том, что ученик проходит испытания. Я всегда считал, что ученикам Хогвартса под силу все, что угодно. Thank you, professor. Спасибо, профессор. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Уверена, вы вполне способны пройти мое испытание. Однако сначала должна, как бы это сказать, подготовить место для вашего следующего испытания. Мы доверимся вашему суждению, профессор Фиджеральд. Вам лучше других должно быть известно, как справиться с таким неудобством, как... тщеславный и несносный директор? Да уж, так и есть. Я сейчас же проверю, все ли в порядке. Конечно. Профессору Фиджеральду нужно немного времени, чтобы расчистить путь. До тех пор оттачивайте свое магическое мастерство. Если тем временем вам станет известно что-нибудь о делах Ранрока и Виктора Руквуда, сообщите нам. Хорошо, профессор. Знаю, нужно продолжать оттачивать мастерство. А вы, правда, быстро учитесь? Хорошо бы поскорее получить весточку от Лодгока и узнать, пригодился ли ему тот шлем, который вы для него добыли. Что ж, на сегодня все, отлично поработали, как всегда. Позже поговорим. Ба-бам! Прекрасно. Ух ты! Это что, Рождество? Как быстро время летит. Эрвин Амбраскин. Прикольно, зима. Зима в Хогвартсе, зима в Хогсмите. Это так великолепно. Да. Но мы оценим все это на следующем стриме.